привет! В эфире ваш путеводитель в мир отличного настроения. Впереди много выходных. В городе подготовили насыщенную программу. Как лучше всего провести праздники и что непременно стоит посетить, расскажу прямо сейчас. Поехали! Массовые новогодние гуляния развернутся на главной площади Самары. В ночь с 31 декабря на 1 января здесь пройдет концертно-развлекательная программа. С 21.30 до 3 часов ночи в полночь запланировано лазерное шоу, в час ночи – фейерверк. Развлечения на площади Куйбышева и дискотеки с диджеем Морозом будут проходить ежедневно до 8 января. Еще одна яркая программа подготовлена в Самарской олимпийской деревне у стадиона «Самара-арена». С 12 дня и до 9 вечера здесь будут работать площадки и праздничные интерактивные представления для детей. Им предстоит встретиться с героями зимних сказок, принять участие в конкурсах и получить подарки. С 8 вечера и до 3 ночи встречаем Новый год, большой концерт на главной сцене, а также дискотека для детей и взрослых, подарки и призы. Новогоднее синтетическое представление благословения котов. Пришедших ждут шампанское и мандарины, морфология российской вечеринки и само представление. А это красота, праздник и спонтанные танцы, обещают организаторы. Начало 17.00, Молодогвардейская, 80. Самарский литературный музей приглашает маленьких гостей и всю семью на новогоднюю программу. Волшебный праздник, играет старинный граммофон, горят праздничные огни, а в центре стоит очень необычная елка. Самое время интерактивного концерта-мюзикла. Гостям предлагают украсить елку самодельными игрушками и начать верить в чудеса. На этом все. Проведите последние выходные уходящего года ярко и насыщенно. Всего вам доброго в новом году. До встречи!